привет! С вами, как всегда, Аня. И сегодня я вместе с вами пройду новый квест в Шарараме. Итак, давайте же поскорее начнем. Я зайду в Safari на сайт Смешарики и сделаю полноэкранный режим. И вот мы с вами заходим на сайт. И нам говорят: «Жизнь звезд. Секретное шоу». Началось! И нас здесь встречают Эй-Джей, Сумрак и Сяомяо. Итак, что нам говорит Сяомяо? Скажу по секрету, мы идем на консервы. Ой, нет, на концерт выступать. Только лучших позвали, чтобы мы круто сыграли. Остальные уже там, а у нас ничего не готово. Помоги получить клуб или домик в подарок. Помоги нам сделать шоу, чтобы все было хорошо. Окей. Сделай крутое шоу. Сначала помоги артистам в Доме звезд подготовиться к концерту. Хорошо. И, кстати, они немного ошиблись, когда говорили. Мы можем получить или дом-театр, или смешутку «Поющие сирены». Я выбрала сейчас смешутку. И уже потом я возьму дом. Итак, что нам говорит Эй-Джей? Для моего шоу нужны микрофоны с разными эффектами, собери их в клубном квартале. Сейчас давайте я лучше выполню задание Сяо-Мяо, потому что там не надо никуда ходить, а потом уже выполним задание Эй-Джея. Исправь ошибки. Эту афишу писала сама. Исправь опечатки. Напиши верный текст. Сумрак намусярил столько бумажек, а на одной моей песне записано. Найди бумажки здесь, в Доме звезд, и кликни «Перетащи на Сяо-Мяо». Хорошо. О, вот уже одну вижу. Как раз она, там просто еще несколько бумажек. Я запомнила то, что вот здесь вот она есть. Спаси себя! Ой, нет, спасибо тебе. И сейчас иду выступить на концерте. Сумрак Чон, по секрету я тебе скажу кое-что важное, когда выспусь, поболтай сначала с другими. Так, для моего шоу нужны микрофоны с разными эффектами. Собери их в клубном квартале. За микрофонами. Хочу сказать сразу то, что микрофонов нам не хватает. Тут микрофон, здесь один. Так как нам надо 10, а у меня умножается на 3. Так что не хватает. И давайте я сейчас вместе с вами посижу в моем новом домике. И с вами пообщаюсь. Ведь нам нужно будет ждать 15 минут. Я сейчас сяду Перу на вот этот вот диванчик. И буду здесь ждать вас. Во-первых, чтобы показать вам эту магию. А во-вторых, чтобы с вами пообщаться в следующие 15 минут. Ой, еще эту надо открыть, точно. Кстати, у меня домик, это домик в Египте. О, как раз первый человек, и на тебе попробуем смешутку. Итак, как она выглядит? Эта сирена на нее поет? Круто! Мне нравится такая смешутка. Анют, на что? А, я ж забыла, я ж должна камеру надеть. Точно. Камеру надела, в принципе, дело сделано. Ты действительно хочешь переодеться? Конечно. Итак, ты снимаешь? Да. Где Аня? Я здесь. Да, я снимаю. И давайте еще на ком-то попробуем эту магию, мне она так понравилась. Вот, к примеру, на тебе. Это так классно. После видео добавь ВКонтакте, пожалуйста. Конечно же, я всех вас добавлю после видео. И все, кто сейчас ко мне просят друзья, тоже после видео добавлю. Хотя я совсем недавно заходил в Шарам проходить этот квест. И я всех добавила. Но уже ко мне новые люди добавились. Хай, Ютуб. Привет, Ютуб. Аня, супер, спасибо. Привет, Ютуб. Где Аня? Я здесь. Аня супер, Аня класс, кто не верит, тому глаз. Спасибо. Анют, ты лучше, спасибо. И еще, ребята, я вам хочу сказать, то, что совсем недавно, в принципе, вчера или позавчера, я заходила в мой клуб вместе с вами пообщаться в Шараране. И когда я села на свое фирменное место, на диванчик, то меня многие люди не видели. Я попробовала перезайти, но все же
меня люди не видели. Я, конечно, не знаю, с чем это связано, но это мне показалось таким странным. Аня, ты где? Я здесь. Давайте я сейчас выйду вот сюда, вот как раз здесь никто не сидит и не стоит. И присяду, чтобы меня увидели. Я здесь. Ребята, вот эта вот девочка, Мария, как я понимаю, только что стояла рядом со мной. И говорит, где Аня? Может быть, меня сейчас реально не видят, или я просто не прогрузилась у них? И это, скорее всего, да. Какой вам стикер отправить? Кстати, вроде бы вот эти вот стикеры давались на 10 дней, но так как квест закончился, мне не успели стикеры забрать. Уже там больше 2 недель, кажется, у меня есть эти стикеры. Они мне так нравятся, они такие классные. Я вас тоже очень всех люблю. Давайте я хоть магию на вас попробую, мне интересно. Кстати, я напокупала столько новой магии, давайте я вам ее покажу. Как уж первую, а вот эту вот. Это, знаете, она может тебя переместить куда угодно, вот мышки такие. Конечно, за текстурки зашли, но, в принципе, кого это волнует? Посмотрим еще, какую магию я там взяла. У меня теперь такие 3 странички с магией. Бабочку я взяла магию. Когда я первый раз зашла шарам, я мечтала быть такой бабочкой. А сейчас такая не мечтаю. Как она ходит? А, она даже не поворачивается назад. У нее зрение боковое. Она хотя бы садиться умеет? Она ничего не умеет. Даже задом ходить умеет. Это, кстати, хорошо. Но садиться она не умеет. Посмотрим сейчас еще какую-то магию. Нюша. Нюша. Жук. Жук. Я всегда мечтала быть жуком. А что, такое, ходишь себе везде. Хоть на полу, хоть летаешь. Когда у меня бабочка... магия снимется. А когда выложишь? На следующий день квеста или же на первый день квеста? Ребята, я вас всех люблю. Посмотрим еще, какую магию я взяла. На первых страничках ее нету. Вот. Это огонек. Такой синенький. Все, больше нет огонька. Так, давай тогда еще. Что у меня тут есть еще? Индеец! Давай, танцуем. Как классно. А как он приветствуется? А, антипалочка такой, да, я тебе сейчас дам. Ань, ты снимаешь? Да. Я снимаю. И я еще раз хочу повториться. Меня очень много раз спрашивают, снимаю ли я. И я хочу, как я уже говорила, повториться, что если у меня на шее висит камера, то значит я снимаю. Именно смешарики висит камера. То значит я снимаю. А если не висит, то я не снимаю. Главное после видео не забыть снять. Ну ладно. Мне изначально хотелось купить этот домик. Мне он очень нравится. Он такой летний, весенний. И кстати, напишите еще в комментариях, какая у вас сейчас погода. То есть жарко, там тепло, холодно. Сегодня после школы, когда я возвращалась, я еще гуляла с моими подружками. И была просто жара. И мы ели мороженое, кстати. Аня, что? Ладно. Ух ты. Вот, а давайте попробуем на Эдже, он будет вообще смотреться или нет? Сразу 2 магии. Нет, не идут сразу 2 магии. То есть он должен быть без магии, чтобы не выделиться. Вот. Аня, какая твоя любимая песня? Вопрос в ответах я уже отвечала, какая моя любимая песня. Но сейчас я даже не знаю. Но мне очень нравится группа, которая называется Sweet California. Ну, еще Шакиру мне нравится так иногда слушать. Я, понимаете, оцениваю песню, знаете как? То есть, если она мне понравится, я ее слушаю до последнего. Пока она мне не надоест. И потом еще новую песню, на которой я опять заседаю.
А какая твоя любимая песня? Нет, я уже ответила. Я первый раз видел утром. Здорово. Аня самая любимая, красивая, милая и там что-то есть. Смотрите, какой большой. У меня есть такая магия. Где он? Где этот чокомонстр? Вот он. Я сейчас кого-нибудь превращу. Опять же, эту девочку. Бедные девочки. И знаете, о, каким-то мистическим образом. Пупс! И его нету. Классно. Так, ребята, давайте я сейчас быстренько пойду проверю. Если там надо еще ждать, то я с вами посижу. А если не надо, то извините, что я вас не предупредила. Вот сколько там еще осталось? Одну минутку. Я уж здесь подожду. Эту одну минутку. И я хочу разбудить наконец-таки этого волка. Хотя не в этом суть квеста, но все же. Потому что он лежит такой себе спит. Ну, в принципе, как и в прошлом квесте. Он сидит и спит. А когда прося у меня, сколько времени прошло? Напишите в комментариях, а то я забыла. И там хочу сказать то, что месяц, наверное, прошел, может даже чуть больше. И он до сих пор спит. Вот микрофон. Я беру два микрофона. Ну ладно, третий возьму еще. И сейчас пойду в домик к этому звезду. Дом звезд. Кстати, дом звезд находится в Сити. Эй, Джей! Мама крутого шоу будет эта музыка. Помоги найти софиты. Успей за 30 секунд. О, кстати, если вы не пройдете, потому что в первый раз не успела, то вам придется заработать 150 баллов в игре. Там в доме вот какая-то игра. А, где все? Он проснулся такой. А где все? Где все? Подозрительно. Сирена и Джейбер уже должны были вернуться с концерта. Пойдем-ка в секретный клуб в клубном квартале проверим. Секретный клуб в клубном квартале. Логично? Логично. Кстати, вот этот домик нам достанется. Это клуб, по идее. Ты опоздал, концерт окончен. Хотя постой, ты петь умеешь? Конечно, да. Соли мио, и снова тапком, и снова мимо. Отлично, поешь, беру тебя с шоу. Пойдем-ка за кулисы. Круто, пойдем. А что они все кушают-то? А со мной, смотрите, вот так вот все едят, так как только нажму, такие... Я сюда пришел, на что? Сумрак, странный тортик, артисты из-за него поют без остановки. Я отвлеку их, а ты незаметно возьми маленький кусочек на анализ. Реши пример и выбери самый маленький кусочек. А ты еще торт уже у тебя в чемоданчике, узнай его состав в штабе вместе с агентом 003. Узнай состав торта. Я растворил тесто и начинку, приведем химический эксперимент. Хорошо. Я знаю, эта игра такая классная. В торте обнаружен неизвестный науке ингредиент. Может, тут замешана магия? Спроси об этом шарик Коттера у больнички. О, вот рассосы из моей кулинарной книги «Короли рецепт волшебного торта». Как круто звучит. Какое совпадение, раз тебе торт принес. Гостиница очень мило. Торта принес, а угостить не могу. О, чую запах торта вечной песни. Это ж магический вроде торт. В общем-то, они будут петь. Понимаете, 1 грамм этого тортика. 1 год пения. Круто? Круто. Скорее беги к артистам, скажи, чтобы они ели торт. Так они уже вечно будут петь. Не мешай, я музыку слушаю. Не видишь, они уже устали откусить. Ха-ха, нет, зря что ли я торт волшебный пёк. Я чуть потише сделаю. Они теперь будут петь для меня вечно. Вот злодей, и что за смысл тебе над артистами издеваться? Я рисовать бросил, решил музыку полюбить. Уже все треки мира переслушал, надоело. Как это? Ты что, не можешь просто засесть на песне? Я сейчас вот вспомнила. Ребят, напишите в комментариях, какая у вас песня ассоциируется с каким-то моментом из жизни.
Вот у меня одна песня ассоциируется, когда я летом была в Испании на море. Это просто вспоминаю сразу же. А если я тебе еще круче трек запишу, отпустишь. Ну, если такой прекрасный трек сочинишь, который никогда не надоест, тогда отпущу. Так говорились. Сейчас мы должны будем делать вот эту вот игру. Прекрасный трек, я плачу участие, получу подарок, кликни на Акварелькина. Хорошо. И что же? Я отпускаю артистов. Ты сочинил крутой трек, выбери подарок. Дом театр я выбираю. Ищи среди своих домиков ауры и наградок на личной карточке. Я вам сейчас его покажу. Медали секретного агента. Орден вечная песня. Спасение хора артистов. Смотрите, сколько у меня теперь медалек. Ой, как это классно. Давайте я вам покажу мой новый домик. Теперь крутой. Мои домики. Вот он. Сейчас. Вот. Ага. А да, картина есть, что тут котик. И типа здесь сидеть можно. Подождите, ребята, я хочу посмотреть. Нет, это не сдвигается, это тоже нет. То есть просто что-нибудь хотя бы сдвигается? Нет. Тут по всему домику разбросаны мыши, картина стрёмная и кот. И мышка ещё одна. Ещё какой-то страшный. Этот страшное что-то. И вот ещё один кот. О, давайте сейчас сяду. Я сейчас встану на сцену. И скажу, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. С вами была, как всегда, Аня. Всем до новых встреч, всем пока-пока!